известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей нашего телевизионного канала NEFS TV. Сегодняшняя наша телевизионная передача называется «Зачатие или откуда берутся дети?». Можно и наоборот, откуда берутся дети? Зачатие. Но, в общем-то, в каждой улыбке есть доля правды. Сам процесс зачатия, конечно, биологически-то он описан и в трудах ученых, и в учебниках по биологии. И так люди, как говорится, сами наблюдают и знают, что это такое. Но нам сегодня предстоит разобраться в этой сути и в этой, я бы сказал, даже немалой проблеме, которая непонятна человечеству. Немножко с иной стороны, со стороны кармы, со стороны судьбы, со стороны, я бы сказал, даже где-то божественности и со стороны инкарнационной. Вот, в студии сегодня будет задавать вопросы Рации Татарис. Я буду стараться полноценно отвечать на его вопросы. Надеюсь, что его вопросы будут от лица подавляющей массы зрителей, то бишь от вас. У Рации есть такая интересная черта. Он неплохо чувствует телезрителей и почти всегда попадает в точку, что им нужно, что и они хотят знать. Поэтому, в общем-то, вопросы его выстраиваются, я так считаю, очень даже удачно и неплохо. Но, конечно же, сама тема, она непростая. Как бы Рации не старался выстроить вопросы, мне придется отвечать на них так, чтобы вы, уважаемые зрители, все поняли правильно. И не просто поняли, а вынесли для себя этот материал в жизнь свою, в практику. Потому что сегодня вы услышите очень непростые вещи. Итак, послушаем первый вопрос Рации. Здравствуйте, Всеслав Маркович. Вы могли бы рассказать, как и когда душа попадает в тело эмбриона? Как душа выбирает тело? Это происходит осознанно или под действием каких-то сил? Когда вот так вот напрямую спрашивает кто-нибудь, а как попадает душа ребенка в эмбрион? И когда попадает, вот как раз я спросил, то хочется ответить сразу следующее. Но, во-первых, это очень непростой процесс. Даже с точки зрения биологической, вы это прекрасно знаете, он непростой. Миллионы сперматозоидов должны выдержать гонку, и какой-то из них, или какие-то из них, оплодотворят яйцеклетку материнскую. Но это я шучу, конечно. То есть это как бы всем известные постулаты. А если начать разбираться серьезно с точки зрения энергетических видений этого процесса, то я вас сейчас осведомлю непростыми и серьезными вещами. То есть настраиваю сразу вас на то, чтобы вы могли приготовиться к очень такой непростой информации. Доселе неизвестное, кстати, вам. У каждого человека есть карма. То есть судьба. Он ее нарабатывает в процессе своей жизни. Я имею в виду, нарабатывает на следующую жизнь, если верить в инкарнации. Да? Ну, давайте предположим, что мы все с вами дружно верим в инкарнацию. Нарабатывает как? Ну, кому-то должен, да? Кому-то он не должен, ему должны. Ему не нравился его нос. Нравились его уши. В обличии, имеется в виду. Ему нравились худые девочки. Не нравились толстые.
Или наоборот, нравились толстые, но не нравились худые. То есть обязательно какие-то предпочтения, но то, что он хотел непосредственно в жизни своей предыдущей, он не встретил. И вот то, что все он не встретил или очень сильно наработал, оно уходит на следующую карму. Особенно если что-то недовстретил, что-то недоработал, кому-то недоотдал, кто-то ему недоотдал. Все это строит следующую жизнь. Не буду говорить, что человек уходит там, погибает или как-то, но он готовится к следующей жизни. Да? Ну, дело в том, что когда человек умирает, он распадается на составные части стихий. Его физическое тело распадается на стихии земные, вы знаете их, да? Это огонь, вода, земля, воздух там, и так далее и тому подобное. Вот. А астральное тело, то бишь душа, тоже распадается на астральные стихии. А ментальное тело также распадается на мыслительные тропы, на всякие дела. Да? И остается там что-то маленькое, неповторимое, что наработал, успел человек за свою предыдущую жизнь, или крайнюю жизнь, будем говорить так. И вот это вот неповторимое маленькое облачко энергетическое, оно ищет следующего рождения. Но самое интересное вот в чем состоит, что человек, вот этот будущий человек, еще нерожденная сущность, уже развоплощенная, да, которая ищет следующей жизни, она, эта сущность, как подыскивает лона, да, куда родиться? Ну, во-первых, по подобию своему, естественно. Но подобие для этого, так сказать, вот, энергетического сгусточка, не всегда находится прямо вот то, что ему нужно. Но приблизительно, конечно, есть похожие места. Вот представьте себе океан бурлит, да, в разные там какие-то гаммы энергетических переливаний. И вот это вот облачко, да, а их много таких облачек, да, облачков, подыскивает по аналогии, оно не само даже подыскивает, а просто идет автоматическая состыковка, да, подобие к подобию, то есть насколько вот какое-то место в этом кипящем океане, да, материнского огромного, да, лона, насколько будет есть вот там место, подобие для этой вот маленькой сущности. Но абсолютной идентичности нету, и поэтому находится приблизительно похожесть, а дальше это вот облачко начинает формировать это место рождения под себя, то есть полностью выстраивать уже абсолютное подобие. Так как это облачко находится в энергетических началах, где скорости большие, то оно сильнее, чем скорости на физике. То есть папа и мама там вот ходят, не знают еще друг друга, может быть, да? Вот, там парень, девушка, да? А облачко уже выбрало их состыковку. То есть это облачко, что, начинает подтягивать ситуацию под себя. То есть выравнивает это место, которое было похоже на него для рождения, под себя, чтобы абсолютно идентичное было место. И папа, и мама, парень и девушка ходят там где-то, живут своими, как говорится, делами занимаются. А это облачко уже зависло над ними и уже начинает их состыковывать. Как интересно получается. То есть вот вы живете и даже не представляете себе, что ваш будущий ребенок вас сам знакомит, понимаете? Да. То есть вы думаете, что это вы знакомитесь, что это вы выбираете друг друга. На самом деле совершенно нет. Иначе все искали только любимого, там только еще чего-то. Нет, на самом деле ребенок выбирает, понимаете? Ребенок выбирает, и точнее не выбирает даже, а состыковывает и меняет. Сейчас вы еще больше удивитесь. То есть он организовывает вашу встречу. Он организовывает, но не специально, он еще ничего не мыслит, а энергия его организовывает, понимаете? То есть, чтобы папа и мама, да, состыковались. Но, естественно, не просто состыковались, а в любви, чтобы случилось зачатие. Понимаете, да? Неважно, как оно произойдет для ребенка, там это случайное или какое-то, вот говорят, случайно зачатие, это хорошо или плохо, там не случайно или случайно. Я вам скажу, что вообще для ребенка совершенно никакой разницы.
То есть случайное зачатие, не случайное зачатие. Это соответствует тому ребенку, который это и строил, понимаете? Значит, он был достоин именно случайного зачатия. То есть это вот такая вот сущность, понимаете, которой нужно было именно случайное зачатие. Другая сущность, ей нужно не случайно, чтобы стабильно папа и мама были в браке вместе, понимаете? Поэтому он выискивает уже и подобие, и попадает на такое подобие, где папа и мама уже в браке. Они живут там, может, 5 лет вместе, но еще детей не было. То есть, получается, для ребенка это вот конкретно, желаемый он или нет, совершенно не важно, понимаете? Потому что это его судьба, его карма. Поймите меня правильно. То есть, как бы вы не хотели именно родить для вас, вам так кажется, правильного ребенка, чтобы вот вы его именно желали, чтобы вы специально приготовились, ритуал чуть ли не устроили, чтобы вот именно зачать его, понимаете? Ну, если это все делается, то это делается не вами, а это все внушается с высших энергетических потоков, да, вот этим облачком, оно конструирует все. Ведь не все же так поступают, не все, правильно? Кто-то с бухты-барахты, как говорится, раз, 200-300 граммов и сделал ребенка. Но это как раз именно этому ребенку вот такое зачатие нужно, понимаете? То есть, опять же, это не значит, что вы должны вот махнуть рукой, а как зачну, так и зачну. Просто живите и смотрите по обстоятельствам, как раньше, не обращайте ни на что внимания, но информация у вас есть. Информация есть, и имейте в виду, что ребенок, получается, вас состыковывает, и он вас провоцирует на это. Потому что без его участия вы не сможете зачать ребенка, понимаете? Почему у многих пар, не у многих, ну как у каких-то пар, да, ну нет детей. Вот как они не пытаются, но нет детей. А почему? А потому что подобие облачка, да, нету там наверху для них. Ну нету. Не видят их, точнее, не видят. А вы понимаете, то, что вверху, подобно тому, что внизу, а то, что внизу, подобно тому, что вверху. То есть эти вот пары, у которых нет детей, они, значит, находятся не там где-то, понимаете? Почему их не может найти их облачко, их ребеночек будущий? Ну, вот пример маленький, вы сейчас все поймете. Может, я немножко сумбурно говорю, но я говорю очень интересные, необычные вещи. У меня информации тьма, а хочется сказать главное. Поэтому слушайте внимательно. Итак, вот пример приведу. У меня были мои соученики, два соученика знакомых, да, они жили в одном из южных городов, детей у них не было, ну не получалось, много лет, там я не знаю, ну лет может быть 12 не получалось ребенка, понимаете, где-то так, да. Я приезжал в этот город и преподавал, и потом говорю, слушайте, ребята, я вам подскажу. Я просто посмотрел, мне немножко не то, что жалко стало, а как-то не по себе. Думаю, ну надо подсказать. Они сами не спрашивают, но недопонимаешь, что надо все-таки спросить у учителя, да? Спросите, я скажу. Но я как-то так вот все-таки сгладился и сам им подсказал. Я им сказал, говорю, слушайте, вот вы живете в частном доме, да? Вокруг вас определенные соседи. И вы тоже мотаете сейчас на ус, телезрители. У вас вокруг определенные соседи. Скажите, пожалуйста, какие у вас отношения? Да, там вот так, я говорю, у вас детей здесь не будет, вам нужно срочно продать этот дом, ну, или переехать в другой, или в другой город, или в другое место, или купить какую-то квартиру, я не знаю, ну, вот как-то поменяйте место жительства, чтобы окружение было другое, там, и так далее. Они сделали это, они продали дом, они купили квартиру в другом районе этого же города. Соседи, естественно, поменялись. Логика их жизни тоже поменялась, естественно, да? То есть там частный дом, а тут квартира. И сразу облачко их нашло. Моментально она забеременела супруга. И они родили девочку. Понимаете? То есть как раз не хватало этой сущности, почему не замечала, да, этому облачку, что вот нужно было, чтобы они жили именно в квартире, а не в доме, понимаете? И другие соседи вокруг. Потому что по карме того облачка, которое нужно было отрабатывать ему после рождения, да, человеку, который родится, не нужно было в частном доме рождаться, а именно в квартире, понимаете, чтобы вот всю судьбу отработать правильно. Вот видите, как интересно получается. То есть, оказывается, меняя вот эти вот окружения и даже перемещая вокруг себя, да, пары,
и даже перемещаясь как-то, да, переезжая куда-то, они способны все-таки зачать ребенка. Зачать ребенка, я серьезно говорю. Вот еще вам такой легкий пример, когда просто женщина тоже не могла зачать ребенка, а оказывается, тоже соседи были там, друзья, знакомые. Я говорю, слушайте, избавьтесь от таких вот друзей, там, от родственников, вообще перестаньте дружить с ними и так далее. Они избавились, и у них появился ребенок. То есть перестали общаться, дружить, избавились от определенных друзей. Логика поменялась, и облачко нашло их, увидело, понимаете? И тогда начало под себя подстраивать. Понимаете, там, вот когда оттуда это облачко смотрит, эти облачки, их много, да, выбирают себе нужное место рождения, они смотрят первое подобие, на одну треть должно совпасть. Если на одну треть не совпадает, все, облачко проходит мимо этого места. И оно тоже мается и не может родиться, понимаете, долго. И может даже погибнуть. То есть вы даже в ответственности за своего ребеночка, который никак не может родиться, он никак вас не заметит, понимаете, чтобы дальше поднастроить. То есть получается, ответственность даже должна у родителей появляться. И вот когда он на одну треть видит похожесть, он тогда пристыковывается к этому месту, и дальше уже на две трети он это все подстраивает. На две трети точно подстраивает. А следовательно, что жизнь родителей пока... Женщина беременная, да? Жизнь родителей меняется. Жизнь родителей меняется. То есть они начинают себя и чувствовать по-другому, и отношения другие, и друг к другу, и к родственникам, и к миру, и мысли другие, и чувства другие. И в это время, вот пока женщина беременная, очень важно тонко почувствовать, в какую сторону, куда что меняется. И не сопротивляться, а приспособиться ко всему этому. Потому что если вы начнете сопротивляться всему этому, то ребенок родится злой против вас, понимаете? Он будет недругом для вашей семьи. Но если вы примете все изменения вокруг, то есть соседи поменялись вдруг в отношениях, там, друзья как-то, одни пришли, другие ушли, может и место работы даже поменялось, то есть, может и образование даже поменялось, пока женщина была беременна и у мужчины, и у мужа, да, и у нее. То есть что-то поменялось, да? Но имейте в виду, что это вот именно так и нужно для ребеночка. Если вы будете это ненавидеть, сопротивляться и стараться не меняться, то ребенок родится супротив вас. Он будет вас не любить, а может даже ненавидеть, понимаете? Кстати, вот здесь я отдельно хочу чуть-чуть приостановиться. Очень неприятные моменты. Я в Советском Союзе даже такого не было, когда там 12-13-летние девочки беременеют, да, а ее мужа, которому, ну, может, он постарше, даже 20 с лишним, вдруг сажают в тюрьму. Как можно? Как можно так, да? Когда нужно родителям меняться, им нужно быть вместе, их вдруг разлучают, да еще так. Из папы делают зэка, да? А из мамы делают несчастную. Конечно, иногда для ребеночка это нужно, да? Именно вот такое нужно. Но не всегда. Это редкое исключение, но не постоянно же, понимаете? Даже в советское время за это не сажали в тюрьму. Это безобразие. Семью нельзя ломать. Если уж так случилось, оставьте. Оставьте людей, пусть они живут. И так получается, значит, родители перестраиваются и встречают ребенка. Но интересная очень здесь вещь такая есть, что когда ребенок рождается, он меняет и судьбу родителей, и судьбу родственников, особенно судьбу бабушки, дедушки, да, бабушек, дедушек своих. Он меняет их. Он, кстати, может продлить жизнь своим родителям и бабушкам, и дедушкам, а может укоротить ее. Опять же, какой он, любимый или нелюбимый? Если нелюбимый, то он укоротит. Обязательно. Если он любимый, то родители и бабушки, и дедушки не сопротивлялись рождению ребенка, да, и все, что у них менялось, они это принимали как есть, как данность, да, все, что у них вокруг менялось, пока беременность была. Тогда ребенок продлит жизнь. Если нет, сопротивления идут, то ребенок начнет и болезни вам присовокуплять. Уже когда родится, да, вы даже не будете понимать, но будут разные вот такие вот неприятности по жизни у бабушек и у дедушек, тоже сократится жизнь и так далее и тому подобное. То есть получается, с одной стороны, как бы ребенок управляет судьбой родителей, судьбой семьи, каждый рождающийся ребенок, и судьбой и здоровьем также, да, бабушек и дедушек.
Но опять получается, видите, как интересно, да? То есть дети управляют нами. А мы думаем, что мы их воспитываем. Поэтому вот во время воспитания там очень много необычных вещей, которые должны быть. И я думаю, что как-то в каких-то еще передачах мы коснемся и этих подробностей. А сейчас я вот постарался вам объяснить, как происходит все это, да, на что влияет, какие тут закономерности при рождении. И еще вот такая интересная вещь. Вопрос же как бы конкретный был, когда душа входит, как мы уже немножечко начали понимать, да? А когда именно входит? А вот действительно, когда она входит? Вот зачатие произошло, сперматозоид, да, оплодотворил клетку. Начались деления, да, клеточные. Что, уже все? Подвязано все? Ну да. Да, вы уже прекрасно логически понимаете, что папу и маму он определил, это облачко определило, да, и оно состыковало их, и когда зачатие произошло, оно как бы состыковалось с этим эмбрионом, но еще не проявилось там. Еще там не проявилось. Вы же понимаете, для того, чтобы проявиться этому облачку, ему нужно, чтобы там сформировалось многое. Во-первых, сердце должно работать вначале, да, вот. Во-вторых, то есть своя кровеносная система и свои нервные окончания всякие, то есть нервная система тоже сформироваться должна. Мозги должны сформироваться, полностью мозги. То есть очень много нужных вещей, когда ребеночек уже может заселиться, ну так, не полностью еще, но заселиться в животик мамы. Когда? Ну, обычно это когда две трети беременности проходит, то есть где-то 6 месяцев, да, после 6 месяцев ребенок там уже прилично находится. До этого времени он еще только просачивается, поэтому здесь нельзя сказать, что вот он уже там есть, понимаете, он уже там есть. Нет, где-то вот 6 месяцев, да, он уже там, ну, наполовину где-то есть, наполовину. Даже когда вот рождается ребенок, уже вот 9 месяцев, вот он рождается, да, и вот пока он не скрикнет, да, его душа туда не войдет. То есть пока он наполовину, вот его родили, он еще трупик, извините, я такие гадостные вещи говорю. То есть его еще там нет, он наполовину там. Но если вот сейчас он закричал, вот первый вздох, да, все, вот он закричал, все, вот теперь душа захлопнулась через темечко, она быстро развернулась в язык, в губы, все, ребенок ухватился, теперь он начинает обладевать тело. Имейте в виду, что когда ребенок рождается, значит, еще раз подчеркиваю, получается, он появляется в теле полностью, когда его уже шлепнули, он закричал, все, вот он теперь уже там проявился. До этого момента, если он вдруг, извините за такую вот, за такую информацию, за такие слова, за такое настроение, если он вдруг умер, да, ну не ожил, да, то ничего страшного не произошло. Его там половину и не было. То есть основная часть еще и не вошла. Поэтому, ну что ж, ну такова судьба, значит, среда, значит, была не готова. Среда была не готова полностью для этого рождения. То есть что-то пошло не так, понимаете? Что-то пошло не так. Или отношение тех, кто принимал роды, или же тех, кто ожидал ребенка, там бабушки, дедушки, мама и папа, и родственники, и знакомые, и так далее. Ну, или там, может быть, даже в стране что-то не так пошло, там менялась власть или как-то, я не знаю, всякое бывает. Но в любом случае, когда вот такое случается, это обязательно связано с неподготовленной средой. Совсем недавно я случайно увидел в интернете в одной из социальных сетей информацию о некой британке, долгожительнице. Она уже живет 111 лет. И когда я стал смотреть эту заметку, то самое главное, на чем остановилось мое внимание, это на том, что она сама вдруг сказала, хотя она всю жизнь курила практически и выпивает спиртное, ну не алкоголик, но все-таки выпивает, да, регулярно. Так вот, она основное-то увидела вот в чем, говорит, что она считает ее долгожительство зиждется, я своим языком говорю, да, основывается на том, что у нее никогда не было детей. А казалось бы, ну, какой-то парадокс. А вы знаете, не совсем уж парадокс.
Дело в том, что в этом есть очень большое рациональное, правильное энергетическое чутье у этой женщины. Я сейчас еще раз поясню, хотя вы уже, наверное, догадались из предыдущего объясненного мною материала. Ребеночек меняет судьбу родителей, бабушек, дедушек, родственников. Судьбу даже работ, где будут работать родители его, да? Судьбу образования, да, этих родителей там, и так далее. Даже кто родится следующий, там сестры, там братья там, и так далее. Ребенок очень на многое влияет, понимаете? И поэтому обычно первенец, да, он влияет на судьбу рождений всех остальных детей, понимаете? Он управляет процессами рождения. Первенец, именно первенец. Все остальные дети, они уже подчиняются первенцу. И самое интересное, вот смотрите, вот ребенок родился и управляет судьбой семьи, там, родителей, бабушек, дедушек. Но внезапно вдруг случилось, ребенок умер. Ну, не дай бог, конечно. Но вот такое случается иногда, да? То вот обязательно судьба родителей, если они не зацикливаются на вот этих поминках, на этом черном вот одеянии там и так далее и тому подобное, то у них обязательно все начинает меняться в жизни. Я не говорю в положительную сторону или в отрицательную, но обязательно начинает меняться. Почему? Потому что ребенок держал, даже вот просто ребенок родился у сестры какого-то брата, да? И он уже на брата, на судьбу брата тоже начинает влиять. Потом через определенное время этот ребенок вырастает и умирает там случайно или как-то, да? И судьба брата там была, может быть, очень там неприятная, да, изменилась после его рождения. Но когда он погиб, там умер или как-то, да, то судьба брата сразу выровнялась и пошла по-другому. Просто никто никогда не просматривал такие вещи, не подсчитывал и не сравнивал и не анализировал. Но это факт абсолютный, я вам говорю, понимаете? Абсолютный энергетический факт. То есть рождение любого ребенка обязательно меняет целую гамму вокруг судеб людских. Я же говорю, папы, и мамы, и бабушки, и дедушки, дедушки, да, и братьев, и сестер, и так далее, и тому подобное. Каждый ребенок, особенно это если первенец, понимаете? Ну, конечно, если у вас был уже свой ребенок рожден, вот если бы у того брата был свой ребенок рожден, то племянник бы потом родился, который, да, у сестры его, то он бы уже так не влиял на судьбу брата, да, своей мамы. А так как он родился, а у брата, если не было детей, вот тогда он полностью управлял процессом, да, жизни. Так вот, я для вас сейчас сделал открытие, да, нигде вы об этом не прочтете, нигде не услышите, это звучит информация впервые на этой планете. Поэтому будьте бдительны, рождение любого ребенка – это серьезная ипостась в жизни любого из вас. И самое главное, что как бы вы ни готовились к его рождению, расслабьтесь и старайтесь сделать то, что сейчас предлагает ваш ребенок. То есть, если вы будете сами что-то проявлять, инициативу, да, сильную, то, значит, вы можете попасть в точку, то есть, а можете не попасть. То есть, соответствовать пожеланиям ребенка или же не соответствовать. Если же вы будете чувствовать, что, допустим, вы говорите, пойдем сейчас в кино, да, ага, вы это сказали и начали собираться, а у вас все хорошо, и пуговицы на месте, ничего не отлетает, все на месте, да, а если вдруг вы начали собираться в кино, у вас пуговица потерялась, или вы там шишку набили от тумбочку на голове, да, или там еще машина не заводится, или еще как-то, значит, это вот ребенку не нужно сейчас, чтобы вы шли туда, понимаете? То есть вот это вот, вот эти вот вещи, на них нужно будет обращать внимание. Вот эти 9 месяцев, пока есть беременность, да, надо очень быть бдительными, чтобы не сопротивляться рождению ребенка. Но, видите, как получается? Ребенок родился, да, и он обязательно начнет вас спихивать, то есть своих родителей, особенно бабушку и дедушку, спихивать с арены жизни. То есть ребенок пришел, что он делает, да, он уже обозначил, это теперь его бабушка и дедушка. До этого они были просто дядя, просто тетя. Теперь они бабушка и дедушка, то есть значит все, они старые, понимаете? То есть моментально печать социума, что они старые, значит что? У них пошел период доживания. В каком бы они возрасте ни были, уже все не так, все не то, понимаете? Социум так начинает их всех видеть. Естественно, что папа и мама, теперь папа и мама, они просто парень с девушкой, понимаете, да? Не просто там
женщина и мужчина. Нет, теперь это папа и мама. Все. То есть ребенок пришел, он сразу состарил два поколения, понимаете? И по мере его роста, когда он взрослеет, он обязательно взрослеет за счет старения папы и мамы и за счет старения бабушки и дедушки. И когда он рожает себе подобного, этот ребенок, то бабушки и дедушки уже могут спокойно отправляться на кладбище. Почти. Понимаете? Почти. Но некоторые доживают, да, еще там как-то успевают пожить. Но в основном все, все заканчивается. И папа и мама тоже становятся бабушками и дедушками, тоже готовятся к могиле. Вот страшные вещи, говорю, но я специально их говорю, чтобы вы немножечко задумались, что, оказывается, дети – это ваши убийцы. Я не боюсь этой фразы. Это выстраданная, увиденная мною абсолютная правда. Понимаете? Абсолютная правда. Как от этого избавиться, как от этого отойти? Ну не торопитесь. Вы пока услышите вот эту информацию, что получается, дети, которых вы рождаете, которые потом родят еще внуков, а внуки вообще абсолютные прямые убийцы для бабушки и дедушки. То есть эта структура, она вот специально сделана для того, чтобы люди умирали. Понимаете? То есть структура смертных людей, но отнюдь не тех, которые способны жить бессмертно. Поэтому задумайтесь, будьте бдительны, и вы скажете, а что, теперь не рожать детей, что ли? Я так не сказал. Моя задача была донести информацию. Понимаете? Донести информацию. Конечно, если вы абсолютно будете соответствовать карме вашего ребеночка, то ваша жизнь будет достаточно продолжительной. И даже бабушки и дедушки тоже достаточно долго проживут. Но вы тогда не будете жить своей жизнью, вы будете жить только ради ребенка или ради внуков. Понимаете? То есть вы не сможете сделать шаг лево, шаг вправо по собственному желанию или инициативе. Если это будет противоречить ребенку, ваша жизнь тут же сокращается. Вот, имейте в виду еще один прием, еще одно правило. Если вы живете, вот у вас есть ребенок или внук, да, и живете и захотите проявить какую-то инициативу в жизни, то шаг вправо, шаг влево сделать по собственной инициативе, по собственному желанию. Но это вдруг, то, что вы задумали по собственному желанию и инициативе сделать, этот шаг противоречит, скажем, развитию и жизни ребенка. Все, это значит, вы этот шаг сделали и сократили свою жизнь. Вот имейте это в виду. Опять открытие для вас. Опять вы это нигде не прочтете и не услышите. А только вот здесь эта информация впервые звучит на всю планету. Задумайтесь. Я пока эту информацию предложил не для того, чтобы вы начали избавляться от детей ни в коем разе. Или вообще перестать их рожать. Хотя в обществе, где будет Царствие Небесное, где будет новая эра всемирного сознания построена, там люди будут жить и идти на бессмертие, да, они будут жить всегда, вечно. И, естественно, детей они рожать не будут, потому что дети только отправят вас на кладбище. Ну, может быть, я для кого-то сейчас кощунственные, страшные вещи говорю, но я говорю правду абсолютную, социальную правду, которую вы нигде никогда не прочтете, а вот сейчас услышали. Скажите, пожалуйста, почему роды настолько болезненны, а зачатие настолько приятно? Я вам скажу, почему роды настолько болезненные. Почему они настолько болезненны, а зачатие настолько приятно. Ну, я думаю, абсолютно банально для всех должно быть понятно. Природа, да, устроена таким образом, божественная природа, что у мужчины должно быть сильное влечение, да, к женщине. И у женщины, то есть желание ребенка, желание удовольствия там, и так далее. И вот эта вот замануха, так сказать, эта вот провокация, да, историческая, и божественная, и природная, она и заставляет людей совокупляться, чтобы рожали себе подобных. Поэтому это приятно, естественно. А если бы было неприятно, наверное, никто бы не зачинал детей. Зачем это кому нужно? Тут это ответ как бы давно уже понятен для всех, да? Но, почему роды такие болезненные? Вот здесь, я думаю, что даже эзотерики многие вряд ли бы ответили на этот вопрос. Я отвечу вам сейчас очень просто. Вы поймите, вот темечко у человека, да? Там, где долго не зарастает в нашей головушке, да?
дырочка послеродовая, да? Значит, когда женщина рожает, она должна испытывать страх. Боль порождает страх. Боль где? Между ног, в промежности, да? Это понятно. Плюс она вынуждена, так вот устроена эта боль, сосредотачиваться сейчас, во время этой боли, на языке, ну, кричать или говорить что-то, да? На языке, на губах своих она может их кусать и ощущать, их чувствовать. Язык, губы и промежность. Это вот те самые три главных места, куда подвязана сама женщина как сущность в своем физическом теле. И в это время она еще и испытывает боль, страдания, а значит, что ужас, страх. А страх всегда порождает убежать, да, избавиться. И прежде всего убежать откуда хочет душа этой женщины? Из тела. Нет, я не говорю, что она хочет умереть, нет. Но прежде всего страх порождает спрятаться, да? А куда спрятаться? Если сосредоточен человек именно вот так, как ты сказал, губы, язык и промежность, то, естественно, спрятаться – это выскочить из тела. То есть темечко у женщины открывается. И вот как раз-таки, вот если оно откроется все правильно, да и насколько правильно, настолько сущность ребеночка окончательно через ее темечко пронырнет по позвоночнику и войдет уже в самого ребеночка. Понимаете? В самого ребеночка. Вот почему вот эти страхи-то испытывает женщина и боли, бывает и три, и трое суток, тогда не может разродиться. Почему? Потому что вот ребенок никак не получается, чтобы вошел, понимаете? Некоторые женщины легко входят, ребенок, да, легко, раз, и все, и родили. Понимаете? То есть у всех по-разному. Но еще раз подчеркиваю, что боли обязательно с болью, роды, вернее, обязательно с болью, только именно для того, чтобы сущность ребенка и вошла. Потому что во время страха открывается темечко у женщины, открывается она высшему началу, фиолетовая, да, чакрама работает, и ребеночек входит окончательно на свое место, да, входит в этот сформированный свой организм, физическое тело, которое вот уже и в животике, а потом уже из животика, уже когда появляется, окончательно ребенок там оказывается. Вот, вот почему испытывается приятность и почему испытывается боль. В одной из передач вы говорили о том, что тот мужчина, который будет первым иметь половой контакт с женщиной, будет отцом ее последующего ребенка, даже если зачатие произошло не от его биологического материала. Скажите, пожалуйста, почему так происходит? Какой механизм участвует в данном процессе? Такой мужчина будет отцом всех детей женщины или только одного, последующего? Я давно-давно уже, и 15, и 20 лет назад, и больше преподавал свое учение и говорил именно об этом, вот что первая половая связь, первый контакт девушки, девочки, как там, в каком она возрасте была, да, женщины с мужчиной, с парнем, там, с мальчиком, неважно. Вот. И определяет последующих детей, которых она будет рожать. Они будут обязательно генетически, энергетически, прежде всего, взаимосвязаны с этим первым мужчиной. Вот. Я давно говорил обо всем этом. Еще и 15, и 20 лет, и больше назад, что первый половой контакт девочки, девушки, женщины с мужчиной, то есть первый ее мужчина, обязательно влияет на все ее потомство последующее. С какими бы мужчинами она ни была, от кого бы она потом не зачинала, и от кого бы она потом не рожала детей. Первый мужчина как бы энергетически осеменяет всех ее детей. Это я давно уже вывел, да? И давно преподавал. Сегодня это подхватили, и везде это расшелестелось, и все уже из уст в уста передают, как должное, да, ну и хорошо. Так вот, значит, вы поймите, почему это происходит? Почему происходит? Ну, потому что, это получается уже папа и мама, раз они соединились, так природа устроена, то они уже энергетически все, они все время вместе, даже если они расстались, это первый мужчина, все. Следующие мужчины, они только могут оплодотворять, понимаете, оплодотворять, но энергетически они, получается, даже совокупляются с этой женщиной, как через энергетический презерватив. У нее во влагалище уже стоит презерватив от того первого мужчины, говорится.
То есть энергетическое присутствие пениса этого первого мужчины постоянно во влагалище этой женщины, девочки, там, девушки и так далее. И поэтому все остальные мужчины уже будут, как говорится, вводить свой половой орган в это влагалище, как в презерватив энергетический. То есть они уже не будут напрямую иметь контакт с этой женщиной. Только единственное, что биологический материал, как бы, да, выстреливается там сперматозоиды. Ну да, чисто биологически они оплодотворяют яйцеклетку. Но энергетически все, это другой ребенок, понимаете? Это другой ребенок. Вот это имейте в виду. Вот поскольку ребенок похож на папу и на маму, поэтому редко мужчина обращает на это внимание, что ну, как бы ребенок сильно отличается от их вообще-то бы, от их бы настоящего какого-то ребенка. Они же не знают, какой у них настоящий должен быть. Они думают, ну на маму похож, подумаешь, ну не на меня, да. На самом деле, да, он на маму похож и похож на того первого парня, понимаете? На того неизвестного для вас парня. От которого постоянно во влагалище, да, отпечаток этого его пениса. То есть я не знаю, вот почему некоторые мужчины испытывают брезгливость, потому что там уже постоянно находится пенис первого мужчины, понимаете? И, честно говоря, это одна из причин, почему очень сокровенно соблюдали девственность раньше, да? Почему сейчас это легко гуляется. Ну, кому-то это наплевать, да, дети как бы все едины. Ну, в общем-то, я не возражаю, ради бога, кто-то так хочет жить, пускай живет. Но просто я объясняю банальные вещи, да. Если вы хотите иметь именно своих детей, вам придется найти девушку, да, у которой будет детственная плерма, которая еще ни с кем не была. Опять же, у нас дурацкие законы, да. В 13, 14, в 15 уж там почти все девочки уже становятся женщинами, да. А в этом возрасте ребятам, которые постарше, там 25-30 и 35 и так далее, да, не разрешается с ними иметь контакт, то есть не разрешается на них жениться. Они, значит, все равно вынуждены уже брать испорченных девочек, которые уже не имеют девственности, понимаете? Ну что за законы дурацкие? Ну что это за законы? Ну неправильные законы. Во времена Шекспира в 11, 12, 13 лет, пожалуйста, уже рожали, понимаете? Сегодня мы детей держим, до 25 лет уже дети, скоро в 40 будут считаться детьми, еще учиться будут. Ну, сумасшествие какое-то, понимаете? Но если это любовь, неважно, там 12, 13, 14, дайте возможность сделать полноценных, нормальных детей, да, создать полноценную семью. Что вы в самом деле эти законы штампуете на всех одинаково? А если это любовь? Ну, как можно природу вот так штамповать? Но это мое личное мнение, я считаю, что вот от этого надо отходить. Кстати, тут еще есть одна интересная информация, о которой еще пока не ведают мои телезрители и не ведают в этом мире люди. Да? От того, как отнесется к первому половому акту девочка, девушка, женщина, то есть какое у нее будет состояние, по любви это, не по любви, изнасилование это или не изнасилование, приятно ей было или неприятно, да? Страшно или не страшно, и очень много, особенно постфактум, когда вот все прошло, да, то есть связь состоялась, и вот после этого какие отношения к этому мужчине, да, который сделал ее там женщиной или просто вот с ней переспал. Вот, ну, первое, да, именно первое, первый контакт. И вот какое вот будет состояние у девушки, уже у женщины, да, вот такая семья у нее дальше будет построена. Это абсолютный факт. То есть первое половое акт, да, влияет на структуру взаимоотношений в будущей семье, в семье этой девушки, уже ставшей женщиной. Понимаете? Вот как она отнеслась к этому событию, как она отнеслась после этого и до этого относилась к самому парню или там мужчине, который ее сделал женщиной. Вот все это взаимосвязи постфактум, как они там друг с другом дружили, не дружили там и так далее, любовь была, не любовь. Все это строит ее будущую семейную структуру отношений. Вот сколько у меня было, да, тысячи людей я консультировал, и везде я прежде всего узнаю, говорю, а какие у вас были отношения, а как вы чувствовали, что вы чувствовали, какие мысли, какие чувства. И вдруг я сразу видел, говорю, ну вот смотрите, теперь у вас вот именно такая и семья, и объяснял человеку. Они говорят, ой, а как же, это ж не вернешь, это уже было. Ну, все можно в этом мире исправить, все можно переделать. Я пока вас сейчас напугал, еще раз подчеркиваю, уважаемые девушки,
Когда вы готовитесь стать женщиной, не надо делать это вот так, на хмельке, абы как-нибудь, абы с кем-нибудь, потому особенно относиться там брезгливо, с матом, перематом, с сигаретой в зубах, после этого вообще пофигу, да попа, попу, и рознь, в рознь. Вот все это, вы строите себе судьбу, вы строите себе семейные будущие отношения. Имейте в виду, это должно быть свято, это должно быть нежно, это должно быть божественное первое, понимаете? Роза раскрывается, и вы это все поганите, а поганите, значит, свою жизнь. Поэтому столько одиноких женщин с детьми живет, несчастных, разведенных, выпивающих или заканчивающих жизнь. Очень плачевно. То есть я считаю, что вот здесь очень многое вам есть для раздумий, да, информация. Ваша первая связь с мужчиной – это ваша будущая семья. То есть ее логика, ваших, логика ваших отношений. Будьте бдительны. Ну и в этой короткой передаче не могу вас всему научить. Приходите ко мне заниматься, я подробности расскажу, конечно. Всеслав Маркович, есть ли возможность у женщины, девушки убрать, почистить этот энергетический след, который оставил первый мужчина? Если женщина понимает, что она не хочет иметь будущего ребенка от него. Да, этот энергетический след возможно убрать. Но имейте в виду, если вам сейчас после этой передачи начнут предлагать, что они будут вот, экстрасенсы разные, ведьмы, колдуны, бабки, да, повитухи, что они будут вот, легко убирать вам вот этот энергетический след, я вам скажу, что это все враки. Они не знают, как это делать. Потому что саму проблему открыл я, да. Я знаю все опорные точки, они их не знают. Поэтому я могу вас научить, приходите заниматься, научить, как это все убирать, да. Просто у меня нет здесь возможности в маленькой короткой передаче вас обучить этому. Но знаете, что это не один вот прям вот присест, не сразу все делается, а надо как-то, да, поработать над собой. Или же другой вариант. Тогда приходите ко мне, записывайтесь на прием, на консультацию, да, и я уберу эту энергетическую грязь. Ну, для вас грязь, на самом деле зависимость, эту энергетическую зависимость от первого мужчины. То есть энергетическая зависимость от первого мужчины, ее может убрать Всеслав Соло, потому что он знает, как это делается, потому что он и открыл эту взаимосвязь, понимаете? Но если вам будут сейчас предлагать деньги вымогать, ну, тогда идите к ним, пробуйте. Как говорится, флаг вам в руки, но я не думаю, что они вам помогут. Это непростое дело, понимаете? Там для того, чтобы это снять, надо обладать определенными полномочиями и возможностями и находиться в совершенно других энергетических плоскостях, выше кармических, для того, чтобы убирать такие вещи. Опять же, не каждому можно убрать, надо смотреть, да? Готов человек, то есть женщина, на то, чтобы убрать ее, или не готова. Она хочет просто избавиться. Это каприз или это выстраданная серьезность. То есть здесь очень много. Я вначале консультирую, а потом уже помогаю и убираю вот эти энергетические зависимости от первого мужчины. Чтобы женщина могла рожать дальше детей от другого мужчины, с которым она вот сейчас живет и которого она любит. Вы могли бы объяснить с позиции энергологики, для чего нужна девственная плева? Так вот, как раз девственная плерва для этого и нужна, чтобы женщина во время ввода пениса в ее влагалище испытала боль и страх. То есть в это время она сосредотачивается на губах, языке и промежности, и на темечке, естественно, позвоночник и темечка. То есть как раз мужчина-то энергетически и входит в ее энергетический потенциал. То есть он выходит за пределы этой девушки. То есть мужчина начинает висеть там. И никто вам не поможет его убрать оттуда. Понимаете? Потому что не знает опорных точек, как оттуда этого мужчину убрать. То есть мужчина, проникая в женщину, да, она испытывает страх, открывается темечком, и мужская сила, да, проходит и зависает над темечком и занимает определенные ячейки астральные и ментальные также. Все. Теперь этот мужчина управляет жизнью этой девочки, которая стала женщиной, понимаете? Теперь она зависима от него и в потомстве, и даже в судьбе во многом, понимаете? Да, это можно убрать, еще раз подчеркиваю, но это очень непростые вещи. И если вам будут предлагать, только для того, чтобы из вас вытащить деньги, потому что вряд ли кто с этим справится. Это не такие простые вещи. Это уровень совсем другой, понимаете? Вот. Теперь вы понимаете, что страх нужен, да, и боль, испуг.
Для чего? Для того, чтобы мужчина, да, вошел в женщину не просто в тело физическое, а дальше чуть, да, энергетически расположился в ней. Вот в чем дело. Вот для чего нужна девственная прерва. Возможно ли непорочное зачатие? Конечно, вопрос такой немножко, с одной стороны, улыбчивый, а с другой стороны, как бы и серьезный, потому что, ну, Христос, скажем, был непорочно зачат, как повествуют легенды о его жизни и Библия. То есть, с одной стороны, это вызывает улыбку, что вот в наше это время возможно ли непорочное зачатие, или это все бред, да? Вот в этом плане можно улыбнуться. Я вам скажу, что вообще-то, конечно же, конечно, может быть непорочное зачатие, но оно может совершено быть только сущностью, да, сущностью, которая уже имеет божественные структуры, понимаете? Это как минимум божественная сущность. Божественная. Это совершенно другой уровень. Все остальные обычные люди тоже могут произвести случайно непорочное зачатие, то есть на расстоянии даже. Даже на расстоянии. То есть вот, я извиняюсь, на какую-то фотографию будет кто-то анонировать, да, красивая фотография девушки в интернете находится, а кто-то анонирует там какой-то мальчик на каком-то расстоянии. И он может случайно правильно попасть в энергетические потоки, и, в общем-то, даже эта девочка может забеременеть от него, именно от него. То есть он может оказаться чуть ли не вот энергетически первым мужчиной ее. Но это редкие случаи, очень редкие, почти нереальные, невозможные, но иногда это случается. Иногда это случается. Вот, поэтому непорочное зачатие возможно, но в основном от божественных структур, от божественных начал, от божественных энергий. То есть от Духа Святого, да, если по-библейски сказать. А так вот в обыденной жизни тоже возможно, но это большая редкость. Это должно все вот сопоставиться, совпасть. Как быть людям, которые имеют уже детей, а может быть уже и внуков, если они хотят начать жить 1:4 и стать бессмертными? Есть ли у них шанс? Очень важный вопрос Радси задал. Ведь огромного количества людей уже есть дети и даже внуки. Но они вдруг решили жить 1:4 и пойти по пути бессмертия. Есть ли шанс у таких людей, не спихнут ли их внуки, да, и дети в могилу? Они же управляют, да, насколько вы знаете теперь, осведомлены, управляют жизнью этих людей. Но они решили жить по-другому. Как им быть? Есть ли шанс? А как вы считаете, уважаемые телезрители? Есть ли шанс у таких людей, то бишь у вас, если вы решили жить 1:4 для начала, то есть не 100 лет, а 400 лет? Ну, у нас была такая передача «Квантовый переход». Посмотрите ее обязательно. Я вам скажу, есть шанс, да, есть шанс. Ну, вот как я поступил со своими детьми, да? Ну, во-первых, я всех детей не знаю, какие у меня где есть, да, но я знаю, что они есть. И немалое количество, и не потому, что я там горжусь этим, а просто, ну, женщинам хотелось детей, и они их получали, и не потому, что я такой щедрый, добрый, а потому, что они хотели этого. Я не мог отказывать женщине и женщинам хотеть детей. Они потом исчезали, я их судьбу даже не отслеживал. Не знаю, куда они девались, но они больше не появлялись в моей жизни. Но вот двое детей у меня официальных есть, как бы, да? На самом деле, я давно уже их не считаю детьми, совершенно. Ну, во-первых, они взрослые, да? А во-вторых, это мой брат и моя сестра. Я так и сказал им. У меня детей нет. Это у меня есть брат младший и младшая сестра. Я у них старший брат. Самое интересное, что так оно и есть. Ну, по идее, мальчик должен быть повыше отца, да? Всегда так почти происходит, как бы вырастает, да? На самом деле, мы росли одновременно. И он рос, и я рос. И мы были одинакового роста. Потом он как бы сказал, что, ну, то есть мой брат младший, да? Говорит, что, а он уже все перестал расти. А я говорю, а я продолжаю.
Он говорит, да не, не может быть. Мы стали к зеркалу, и я уже на пару сантиметров повыше его, оказывается. То есть я, пожалуйста, расту, потому что я не его папа, я его брат. И вот так я к ним и отношусь. Вот как они хотят, обижаются, не обижаются, это их проблема. И я их вижу только братом и сестрой. Все. Но я смотрю, что, вот, говорится, моя так называемая сестра, теперь уже не так называемая, а сестра и есть. Она уже даже так, я так чувствую, что ей даже нравится. Братик говорит. Вначале с юмором, а теперь я понимаю, что она задумывалась и понимает уже все это почти правильно. Понимаете, да? То есть, вот есть шанс переиграть, перестать видеть, что у вас есть дети. Нет у вас детей, понимаете? Нет, не было и не будет больше. У вас есть братья, сестры. Кстати, это именно по-христиански, это религиозно звучит. Братья, сестры, да? А при чем тут папы, мамы? Понимаете? Вот это вот нужно убрать. И его, вот, оказывается, видите, Европа где-то права. Опять Европа права. Она, конечно, перегибает палку, но она права, что ну, родитель номер один и родитель номер два, да, то есть ни папа, ни мама, видите, то есть приучают людей к тому, что нет папы, мамы, нету. А я сейчас что вам объяснял? Нет папы, мамы, есть брат и сестра, понимаете или нет? Вот это очень важные вещи, то есть очень много правильного в Европе появилось в крайние годы, но и неправильно, потому что это все насаждается, это все идет через насилие, и очень грубо, без объяснений. Вот я бы сейчас все объяснил той же Европе, и она бы уже легко все это принимала. А без объяснений люди начинают просто отторгать это, ненавидеть, и энергетический потенциал цивилизации и ее развитие очень скверный. Понимаете, надо всегда все объяснять людям на Земле. Они не такие уж глупые, все могут понять. И поэтому вот наша новая эра всемирного сознания, она все объясняет. И люди, которые пойдут по этому пути, они уже идут. И немалое количество. Они будут все воспринимать и делать уже осознанно, с радостью и с любовью по-настоящему. Поэтому нет папы и мам, есть брат и сестра. Привыкайте к этому. Это очень большой шанс. Но и очень хорошо, когда и дети встречно перестают себя считать детьми. Их можно заранее понемножечку подготавливать, прямо вот с детства, да, в играх, там, в разговорах, чтобы они тоже привыкали, что это вот старший брат, что это и в поведении даже с ними, в отношениях так себя вести. Что это вот не папа и мама, да, а это старший брат, старшая сестра, мама, да. Вот, забыть эти термины, потому что иначе вас начнут старить и скинут с арены жизни. Вот так устроен энергетический потенциал. Очередь, понимаете? Родился, остальных подвигают. Но если он родился, а это брат и сестра, папы, мамы нет, то кого подвигать? Некого, понимаете? То есть есть шанс, но это должно быть не придумано, а вы внутри, хотя бы вы лично должны решить для себя, что нет у вас детей, понимаете? И не потому, что вы злыдень какой-то, а потому, что вы теперь брат или вы только сестра. Все. И вот это внутри нужно четко понимать. Если вы даже сами лично будете это абсолютно правильно чувствовать, понимать, и так жить, и так и относиться искренне, с любовью, но уже по-другому, да, то у вас есть огромный шанс пойти на бессмертие, на жизнь в начале 1:4 и так далее. Пожалуйста. Вот этот шанс я вам объяснил. Спасибо, Всеслав Маркович.